И вот он я, первый волшебный. И вот она со мной, Люба. Привет. Привет. Расскажи вам вкратце. Короче, Люба делает одежду, но делает одежду не простую, а из другой одежды. Люба берет ошметки от другой одежды, которую вы, очевидно, выкидываете, и делает из нее... Или вот он берет прям половинку, берет. О, слушай, половинку, класс. Половинка с половинкой, вот. Вот, например, Люба сшила две рубашки вместе. Да. Очевидно, как находят люди пол рубашки вообще? Я пошла в секонд, померила на себя две рубашки. Главное, чтобы они обе по размеру прям были. То, что я делаю, я называю арт-апгрейд одежды. То есть, я беру старую одежду и делаю ее новой, кайфовой. Моя позиция – сокращать везде, где можно, отходы и свой экослед на этой планете. Я работаю без отходов, то есть даже все маленькие обрезочки ткани складываются у меня, сортируются и потом входят в какой-то проект. Магический чемоданчик, куда попадают самые лучшие лоскуты, и мы, в принципе, работаем и вот с таким размером, и с таким размером, и с таким размером. Можно сказать, я дизайнер Zero Waste. Сумочка из кофейного мешка. Да, твоя любимая. Я же всех увидел. Это, мне кажется, твоя самая классная сумка, самая презентабельная. Она for export only. То есть я когда ее делала, я еще думала, это у кого она, в конце концов, поселится, поедет сразу путешествовать. Если вы покупаете вещи в Zara, в H&M, в Pull&Bear, и носите их один сезон и выкидываете, то вот Люба абсолютно противоположный к этому человек, который мотивирует вас не выкидывать вещи, а приносить их, например, Любе. И она может сделать из вашей вещи какую-то дизайнерскую штучку, ну, например, как она сделала с мешком из-под кофе. Нет нужды в этой гонке чего-то новенького. Вот этого чего-то новенького, за что ты платишь деньги, и оно потом тебе прям надоедает. Вот я хочу это остановить. Мой гардероб состоит из каких-то там, может, 20-30 вещей, но я постоянно их обновляю. Ощущение тоже, денег ноль, удовольствие на максимуме.